Обсуждение генерального плана развития Запорожья в районах города близится к концу. В большинстве городских райадминистраций план уже обсудили. Предложений и поправок горожан накопилось немало. Продолжит Тарас Белка. В этот раз генплан обсуждали с жителями Орджоникидзевского района. За почти два месяца обсуждения горожане уже успели хорошо изучить интересующие их проблемы. А потому с каждым разом вопросов чиновникам задают все больше. В основном по Орджоникидзевскому району проблемные обсуждения вызвали вопросы озеленения территорий и скверов. К примеру, по бульвару Центральному спуск к Днепру должен был быть реконструированным уже несколько лет назад. Есть такая фирма «Созидатель», которая предполагает застройку всей этой территории. И только из-за того, что в стране случился кризис, этого строительства нет. Ну, и есть заказчик, есть проект, который интересен, который предполагает использование там каскадной такой полуподземной застройки. И так случилось, что случился кризис. Проблемных территорий с недостроями в Орджоникидзевском районе также хватает. В районе набережной вырыты котлованы и было предусмотрено строительство комплекса. Но когда вопрос сдвинется с мертвой точки, теперь даже предположений нет. Фирма-застройщик вложила в стройку 2 миллиона. Были забиты сваи, но денег не хватило. Но, к сожалению, денег не хватило, и банк, которого брали кредит, собственно, он арестовал вот это имущество, которое там находится. И теперь вопрос нужно решать с банком. Мы предлагаем всем инвесторам, которые к нам заходят с разными предложениями, предлагаем этот объект. Но, к сожалению, получилось так, что прокуратура подала в суд, и суд сразу расторгнул договор аренды по этому вопросу. И получается, что теперь у нас собственником является банк. Волнуют жителей вопросы центральной части города. Сквер в районе цирка и универмага «Украина» давно стал больной проблемой. Недавно ходили слухи о реконструкции универмага и глобальной постройки, но они не подтвердились. Реконструкция универмага «Украина», я вам могу четко сказать, что никакого проекта строительства паркинга нет. И вообще нет проекта его реконструкции. Обсудить генплан предстоит еще в двух районах города.